Долли вела меня в высшее общество. Ах, мисс Ламберт, мне кажется, я знавала вашего отца. Он был врачом, не правда ли? Он часто бывал у нас в доме? У меня от страха засосало под ложечкой. Я поняла, что мне расставили ловушку. Нет. Мой отец был ветеринаром. Он часто ходил в ваш дом принимать щенят у сук. Их в доме было немало. Ты единственный человек в моей жизни, с которым я могу быть сама собой. Мне сейчас ужасно плохо. Ты мне нужен. Давай будем продолжать наши встречи, пожалуйста. Пожалуйста, простите, что помешала вам, мисс Ламберт. Мы с моим другом, ваши большие поклонники. Я хотела спросить, вы меня не помните? Лоренс Колтрейн, не так ли? Правильно. Вы не могли бы разрешить наш с Рупертом спор?